Организация исламского сотрудничества призывает Армению выполнить свои обязательства по трехстороннему заявлению, подписанному 10 ноября 2020 года, и вывести незаконные вооруженные формирования с территории Азербайджана. Об этом говорится в заявлении Генерального секретариата ОИС, в котором осуждается факт гибели военнослужащего Анара Кязымова в результате интенсивного обстрела 3 августа незаконными армянскими вооруженными формированиями на территории Азербайджана. Генеральный секретариат в то же время призвал к урегулированию отношений между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного уважения к суверенитету, территориальной целостности и международно признанных границ двух стран.